уже заметили, что Сливки Бай готовится к участию в полумарафоне. Я тоже часть команды. Неважно, готовитесь вы к участию в полумарафоне или просто хотите привести себя в хорошую форму, есть такая штука, L-карнитин называется. Это сжигатель жира, который нужно принимать перед тренировкой. Моя тренировка, наверняка и ваша, состоит из нескольких частей. 7-10 минут на лицо, а потом основная часть. Как правило, я работаю собственным весом. Эти тренировки энергозатратные. Кстати, если вы хотите пополнить себя энергией прямо в процессе, то вы можете попробовать вот такие энергетические гели. Кстати, именно такими гелями подкрепляются люди, которые бегают в марафоны на определенных этапах и выпивают вот пакетик такой штучки. Голодная я очень злая. Уверена, что и вы. Если вдруг в течение получаса после тренировки вы не можете перекусить, то шахните протеиновый коктейль. Во время кардиотренировок из организма теряется много солей и минералов. Так вот, чтобы пополнить водно-солевой баланс, есть такая штука изотоник. Разводите этот порошочек в воде и пьете. В общем, ребят, на самом деле не важно. Марафон, саморазвитие, очень важна дисциплина. Не пропускайте тренировки, доделывайте упражнения до конца. Это воспитывает вашу выносливость. Итак, после активной добросовестной тренировки можно порадовать себя вкусняшкой. Например, со вкусом тирамису. Вот такой батончик, обожаю сладости. Итак, ребята, регистрируемся на полумарафон и бежим вместе с нами, вместе с командой Сливки Бай.